А вы знали, что даже за маленький факт воровства в Сингапуре дают 7 лет плюс наказание палками? Но это никого не останавливает. Мы видим байк, перекрашенный из баллончика, пристегнутый собственным велозамком, с табличкой QR-кода, которая, конечно же, тоже закрашена, и спиленным напрочь замком, который разблокировался, когда этот байк брали в прокат у фирмы. Вот так вот относятся к закону в Сингапуре. Печально, но факт. Кстати, замечу то, что тут вот на багажнике спереди это солнечная панель, присмотритесь. Она обеспечивала действие замка, который, конечно же, отключен. Вот. Ну и, собственно, все охранные системы, которые сообщала, где находится байк и прочие полезные вещи. Ну, перекраска из баллончика, причем даже QR-код не снимали, только номер содрали с крыла и все. Вот. Вы думаете, что в Сингапуре ваша сумочка будет всегда при вас? Не надейтесь. Это страна, где строгость законов компенсируется тем, что их не соблюдают, как мы видим на наглядном примере.